Ее день расписан по минутам, на всякие глупости просто нет времени. Наталья знает, что призовые места даются только тяжелым трудом и постоянной работой над собой. Поэтому в 7 утра она уже на ногах. Кросс 2,5 километра и силовые упражнения – это всего лишь зарядка. И нужно оставить силы еще на 2 тренировки – в половине 11 и в 3 часа дня. Помимо тренировок, у меня как бы еще есть работа, вот, так что приходится какие-то дни посвящать ей. Тренируюсь я, бывает, что по 2 тренировки в день делаю. Когда работа, ну, соответственно, приходится как-то все совмещать. Также, ну, тренировки проходят как по стрельбе, так и кроссовая подготовка, силовая подготовка, лыжероллеры. У нас в Раменском построена замечательная лыжероллерная трасса и созданы все благоприятные условия для тренировок. Последние месяцы для Натальи выдались очень напряженными. Все свое свободное время она посвятила подготовке к значимым в ее спортивной карьере соревнованиям – международному турниру по ачи-биатлону, который прошел в Калуге, и чемпионату России в городе Белорецк. Из Калуги раменская спортсменка привезла 2 медали. В спринте она заработала золото и взяла серебро в индивидуальной гонке с 4 рубежами. От первого места ее отделило всего 5 секунд. Но проиграть неоднократной чемпионке страны Персеневой Надежде – тоже отличный результат. В Калуге для меня были тяжелые соревнования, так как очень велика была ответственность, потому что были спортсмены с разных стран, этот старт считался международным, вот, но как бы собралась с силами, настроилась. Ну, соперники у меня достаточно сильные, они становились неоднократными чемпионами страны. Также очень сильные соперники с других стран создавали большую конкуренцию, и тяжело было с ними бороться на самом деле. Рядом с Натальей всегда ее тренер, наставник и друг Елена Михайловна Скрябина. Вырастить такую спортсменку – задача не из легких. Где-то нужно пойти на компромисс, а где-то и надавить, проявить характер. По результатам соревнований в Калуге Елена Михайловна определила наиболее сильные места девушки и скорректировала тренировочный процесс. Скорректировали подготовку, поняли, что мы можем стрельбой немножко как бы уйти вперед от всех. И, естественно, начали подготавливаться. Было всего лишь 10-15 дней, где-то я не хочу сейчас так считать. Вот. И, естественно, потом вперед на чемпионат. Это самое главное соревнование. Чемпионат России – это самое главное соревнование в России, у нас в стране, будем так говорить. Впервые чемпионат России по ачи-биатлону был проведен в марте 1998 года. Тогда в нем приняли участие спортсмены из 4 регионов Российской Федерации – Москвы, Башкортостана, Читинской и Самарских областей. И кто бы мог подумать, что в 2015 году Раменский район в лице спортсменки Натальи Машаровой займет почетное 2-е место на соревнованиях такого уровня. Если первый день достаточно легко бежалось, то остальные 2 дня уже присутствовала доля усталости, особенно в 3-й день, когда сил бороться уже не было, то есть приходилось очень сильно собираться и показывать, опять же, результат в стрельбе, чтобы, ну, соответственно, меньше сил затрачивать в гонке, ну, чтобы не бежать штрафные круги. То я считаю, что где-то 80% успеха – это зависит от работы тренера. Натали там, конечно, как бы стала абсолютным победителем 3-дневных соревнований. Получила приз от Федерации стрельбы из лука, стрелы красивейшие. Вот. На чемпионате России она заняла 2-е место. При этом выполнила норматив мастера спорта, который ей будет присвоен на протяжении каких-то месяцев. У нас быстро они все это не присваиваются. И выиграв 2 золотые, 1 серебряную медаль. Это отличнейший результат. На достигнутом Наталья и не думает останавливаться. Впереди напряженная подготовка к зимнему сезону. Соревнования серьезные, соперники сильные. Теперь ее цель – достойно показать себя на чемпионате Европы по ачи-биатлону.
Ирина Зинченко и Сергей Григорьев для программы «Городские вести».